После открытия моста Дружбы пассажирские перевозки по нему возвращаются на старые рельсы, вернее маршруты. Об этом сообщили в администрации города. Сейчас заканчиваются все организационные и бумажные работы. Непосредственно же движение рейсовых автобусов через мост возобновится с 8 августа. В частности, маршруты номер 3 и 25 начнут ходить по своим прежним направлениям. Более подробную информацию можно узнать на сайте администрации Орла.